Все, ребят, приехала домой. На улице дождик льет вообще. Еле дошла. Пришел мне наш любимый Василек. Так что скоро будет обзор. Ну, а сейчас покажу пока то, что взяла в магазине. Я заказывала масло. Сейчас открою, покажу, какое. Коробку масла у меня пришла. Я у нас тут в магазине у девчонок заказываю, и они мне делают заказ. Вот такой вот. Масло. 12 пачек здесь. Поэтому заказала. Дальше заходила, деткам булочек взяла на вечер. И с документами. Яблочки еще взяла. На выпечку, да что, они хорошо подходят. Документы уберу. Так, дальше. Взяла две булки белого. Взяла 2 литра молока. И взяла вот такой вот один батончик. Это грудинка. Лучше, чем колбаса. Намного. И тут уже точно натуральное мясо будет. Это у нас свинина. Говком. Вот такой вот кусочек. Я его разрежу просто на несколько частей. Уберу в морозилку. Когда надо будет, дети сами достают. Делаю себе бутербродики и все, что хотят, кушают. Так что вот такие вот покупочки. И пришел. Ой! Еле. Наш любимый Василек. Сейчас пойдемте с вами распакуем его. Так, дорогие друзья. У нас очередная распаковка. На кухне принеси, пожалуйста, нужно. У нас пришел наш любимый Василек. Там вещей, конечно, немного, но очень интересные, очень красивые. Я надеюсь, что мне они понравятся. Мне понравится, ребята, мне. На Васильке, кстати, очень много разных новинок. Поэтому проходите, смотрите. И все ссылочки в описании я оставлю на их новые соцсети. Поэтому проходите и смотрите. Пока мы дождемся ножницы, мы быстрее так с вами разорвем. Тут заказ небольшой. Но в целом немножко пошуршим. Очень интересный. Все уже, Маша, уже готово. О, бумажка пришла по заказу. Тут вещей 1, 2, 3, 4, 5 вещей всего, но они очень интересные. Первое, что я хочу показать, это платье 52 размер, тоже домашнее. Вы мне как-то писали, куда тебе, Настя, столько платьев? Но я же в основном дома сижу, я никуда не хожу. Я на выход себе ничего не заказываю. Я в основном потом всегда дома, поэтому мне понравилось вот такое вот легенькое летнее платье. Смотрите, какая расцветка. Оно не длинное, такое коротенькое будет. Потом фотографии вставлю. В платье есть кармашки. Оно очень тоненькое, ребят. Это 52 размер, но расцветка мне очень нравится. Напишите, как вы считаете. Мне кажется, она мне подойдет. Смотрите. Классное платьишко. Легкое. И не сильно блеклое такое. Следующее, что я заказала. Ну, это вот постоянная моя покупка. Это, конечно же, носки. Носки в большой семье всегда нехватка. Вот это вот мужские носки, обычные, черные. Мужу на работу, Егорке на учебу. Вот такие вот носочки. И деткам заказала носочки тоже. На лето сейчас потоньше, потому что у нас в основном все теплые носки. Пора уже и тоненькие брать. Вот такие вот с котятками, очень красивые. Видите? Вот такие вот расцветочки. Тут их 6 пар. Дальше, ребята, что заказала дальше? Дальше. Постельная полуторка, резинка. И у них тут также на молнии наволочки идут. И пододеяльник на молнии. Вот такой вот полуторка с котятами. Очень красивые. Пусть в запасе лежит, дома всегда надо постельное. Не дай Боже, когда-нибудь куда-нибудь попасть в больницу или куда-то, у нас постельного нет.
Взяла вот такое вот постельное белье ей тоже. Однотонное, красивое. Тоже на молнии. Это постель хлопок бязь 100%. Что тут бязевые. Расцветки классные, красивые, но очень классные. Вот такой вот был, ребята, у меня заказ. Заказ небольшой. Ссылочки я оставлю в описании, поэтому проходите и подписывайтесь. Всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, пришел мой ларь. Вот такой вот он. Так, свет включу сейчас, подождите. О, вот так вот. Открывается вот так. И тут уже первые есть вещи. Это малину мне знакомая принесла. И вот такой вот он. На 142 килограмма, литра, как сказать. Вот это вот фирма. Гарантия 3 года мне помогала моя подписчица сделать. За что я огромное-преогромное спасибо. Дорогие друзья, у нас время вечер. Я крашу волосы. Дай, пожалуйста, коробочку. А, она у тебя далеко, да? Ну, потом покажу. Ну, по идее, вы видели, какую я краску себе покупала. И крашу. Готовлюсь к последнему звонку у ребенка. У него уже в субботу. Поэтому вот так вот. Посмотрим, что получится, какой результат. Всем привет. Вчера так и не показалось. Вот такой вот, ребят, у меня оттенок получился волос. Корни прокрасились хорошо. В принципе, нормально. Посветлее немножко. Хоть желтизны такой не стало, как раньше было. Это уже хорошо. Всем доброе утро, добрый день. Уже можно сказать, Оксана, повернись. Поздоровайся со всеми-то. Да. Оксана, расскажи, куда мы идем? Да, Оксана в школу идет, помимо того, что кроссовки покупать. И мы едем ей покупать кроссовки. У меня потом еще останется, получится еще только Егору на обувь купить и все. Ладно, всем хорошего дня. Дорогие друзья, приехала из города уже. Ничего не понимаю, опять банку с конфетами не закрыли. Взяла Оксане кроссовки. Такие же, как у Марины, но вот фотографию где-нибудь здесь вам вставлю. Сфоткаю их, потому что Оксана сегодня сразу же в них ушла в школу. В целом, зашла в Альберт, забрала заказ. Я заказывала себе вот такой вот парник на 6 метров у него. На 5, да, на 5 метров. Парник, короче, в целом заказала. Василиса, не трогай, пожалуйста, телефон. Она облизывает одно же телефон. Зашла в магазин. Меня вчера детки просили безе. Поэтому вот сегодня взяла безе. Специально заходила за ним. Потом вот таких вот печенюшек взяла с повидлом каких-то. Надо самой постряпать. Ну вот сейчас еще последний звонок пройдет у ребенка. Потом будем стряпать уже заниматься. Также заказывала я себе прищепки. У меня половина прищепок поломалась. Поэтому вот вот эти вот 40 штук, 200 с чем-то рублей. Короче, вот такие вот прищепки. Они крепкие, прочные, хорошие. Хватит. Также еще тут коржики взяла. Маша, коржик, кстати, бери, Маш. Ребятишкам. Целую кучу, короче, коржиков. Так, это не мой заказ, это я показывать не буду. И у меня... У самой порвалась цепь. Я заказывала себе цепочку и заказала именной кулон. Так, мадам, это что-то вообще непредсказуемое. Вот такую цепочку я себе заказала. И именной кулон еще заказала. Это не золотая, это серебряная, ребята. Это серебро, просто опыление идет. Серебро 925 проба. Вот такая вот фирма. И кулон заказала еще себе. Попозже фотографию тоже где-нибудь здесь вставлю. Не кулон, а иконку серебряную. Кто со мной общается, знает, почему я нынче вот это вот взяла и что вообще происходит. Все, вот такие вот в целом все покупки. Ну, еще там печеньки были, они у мужа в комнате. Я туда уж не пойду. Там трубочки такие фикс-прайсовские. И
Там еще какие-то инструменты, да, он себе еще взял. Напильники там 4 штуки в упаковке, тоже фотографии где-нибудь здесь вставлю, то, что еще заказали. И все, по сути. Машенька, коржик бери. Есть с орешком коржик, есть без орешка. Ты который будешь? Не знаю. Она сама не знает, что она хочет. Ты что кушаешь? Там рыбка соленая есть. Маша парник разглядывает. Это парник для огорода. Ладно, всем хорошего дня. Пойду кушать.